Привет, мучачесы, с вами Арсена23. Сегодня я буду продолжать рубрику «Игры ВКонтакте». Да, сегодня я буду обозревать игру Contra City. И давайте начнем. Сперва мы видим вот такую красивую менюшку. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это наш уровень. В данном случае у меня уже почти 14 уровень. Здесь у нас деньги. Также мы можем их пополнить с помощью голосов и так далее. А также, если мы будем их с помощью голосов тут некоторые пополнять, то получим еще и подарок. Это очень выгодно. Но у меня голосов нету. Так что я это сделать не могу. Тут у нас всякие прикольные рекламки. Всяких вот этих вот штучек. Также здесь у нас можно посмотреть наборы, которые идеально сочетаются друг с другом. Одежда. Также вам сейчас расскажу про одежду. Здесь одежда — это очень классно. Здесь у нас, ну, настройки разные и звук. Тут на весь экран. А здесь мы можем сразу в рандомный бой вступить. Это все пока что в этой менюшке, которая называется «Главное». Теперь у нас есть менюшка «Штаб». Здесь мы можем посмотреть, что у нас есть. Допустим, вот у меня тут есть разная одежда. Ее тут много, короче. У меня купленный. Хотя не очень-то и много, на самом деле. Так вот, мы продолжим. Также мы можем смотреть здесь, какое у нас есть оружие купленное. В данном случае у меня куплено все оружие, кроме минигана. Миниган у меня самый обычный. Также у нас есть тренировочный зал. Здесь мы можем прокачивать всякие умения. Там жизнь, броню, и это очень полезная менюшка. Также у нас есть мастерская. Здесь мы можем прогрейдить оружие. Но это всего лишь вроде на один день. Также мы можем сменить здесь вот в панельке «Изменить имя», можем изменить имя за 200 монет. Но я думаю, что это будет невыгодно, за 200 монет всего лишь поменять имя. Так, с пунктом «Штаб» мы тоже разобрались, тогда давайте переступим к магазину. А вот магазин — это уже интересно. Сейчас я вам расскажу почему. Потому что посмотрите, сколько здесь различных видов одежды. Здесь и штанов, и кот всяких, и рубашек, и толстовок тут, ботинки всякие, рюкзаки тут, и разные еще, вот тут я, конечно, другое это здесь, я не знаю, что это, и разных лиц тут много тоже, конечно. Так вот, начнем по порядку. Здесь у нас всякие прикольные шапки. Больше всего мне нравится вот эта вот шапка, такая вот красная, которая сейчас на мне. Разве тут вот моя шапка-ушанка, она у меня тоже есть. Также еще мне нравится и вот эта вот моя каской. Но мне с этой маской подходит лучше моя красная кепка. Также здесь у нас есть всякие прикольные на лицо как бы такие штучки. Я вот такие вот еще очки хочу, но я их пока что открыть не могу. Также тут у нас идут трюки, всякие перчатки. Это неинтересно. Вот, здесь прикольно. Мне нравится вот это вот. Это пародия на Adidas. Тут, короче, написано Adidas. Как-то. Вот. Также у нас здесь еще всякие для ног. Это всякие штаны. Тут шорты. Я извиняюсь. Всякие штаны, шорты. Здесь обувь. Здесь рюкзаки всякие прикольные. Кстати, мне больше всего из этого нравится. Вот. Вот эта вот американская ракета. Вот этот панцирь. Огнетушитель. И вот эта вот гитара. Все, больше мне из этого ничего не нравится здесь больше. Но у меня, к сожалению, рюкзак. Так, дорогие друзья, извините, мне мой друг снова звонит. И встретимся мы через секунду. Итак, ребят, мы продолжаем. В этом мы уже посмотрели, все разобрались. Теперь давайте посмотрим досье. Досье у нас здесь есть. Здесь у нас как бы достижения все у нас, которые... Сколько они прокачаны, как бы у нас вот достижения, и которые вообще открыты. Также здесь мы можем добавлять всяких игроков. Конечно, если мы знаем их имя. У нас товарищи, здесь у нас запрос, если кто-то добавит нас хочет. И здесь мы можем кого-нибудь добавить. Так, а здесь у нас просто уже битва. Давайте сначала я вам покажу битву, как раз тут как все происходит. Давайте вот выберем сервер 10. Вот. У нас появляются разные сервера. Давайте... мы зайдем на форпост. Так, и тут у нас снова эта менюшка, и вот картинка карты. И тут также у нас еще советы.
также у нас в игре есть две команды. Красная такая звездочка и синяя, непонятный значок. Так, мы вышли. И вот, мы появились. У нас есть оружие. Вот этот лом. Пистолет. Автомат. Миниган. Дробовик. Базука. И снайперка. Я предпочитаю всегда вот. Я предпочитаю автомат. Также здесь можно давать это типа... Ну, что-то типа... Ну, короче, здесь можно просто покричать. Когда бежим, можем нажать на английскую буковку Е, то есть на русскую У. И у нас будет оно вот так вот кричать. Мы будем видны вот так вот на секунду. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Также, если вам эта игра понравится, то я выпущу 4 серии где-то, или 3, по этой игре. Несмотря, конечно, если вам понравится. Вот так вот мы убиваем чувака хедшотом прям. Нехорошо ему так это попалось как бы от меня пуля. Да, и также, когда мы прибегаем, у нас, допустим, мало жизни, мы можем здесь взять патроны и вот такую вот аптечку. Давайте вам еще покажу, как мы можем прикольно умереть. Вот. Уп, пуф. Сейчас я умрем. Пук. И мы вот так вот умираем. Также тут есть физика, падение и ранах, как мы можем изгибаться, как бы. Форм как изгибания, когда мы умираем. И тут я понял то, что мне капец. Кстати, спасибо, чувак, что где... Что? А, все, вот. Кстати, спасибо, чувак, что прикрыл. У меня осталось 45 здоровья. Конечно, мог заставить дробовик и ему надавать по его дурацкой головушке. Вот, давайте я еще убью кого-нибудь. И думаю, буду заканчивать этот обзор. Думаю, то, что все, в принципе, понятно. Я вам все рассказал, объяснил, показал. Так, и меня вынесли со снайперки. Давайте ему наваляем. Ой, по мне попали. Давайте сейчас снова умрем. Вот нас снова убили. Я думаю, то, что... Ну, все-таки мы должны убить этого чувака. Ну, хоть кого-нибудь. Так, вот мы уже одного чувака убили. И я думаю, то, что все, мы будем заканчивать этот обзор. Если вы впервые на моем канале, то поставьте лайки, подпишитесь, если вам, конечно, понравились мои видеоролики. Ну, а с вами был Арсенер23. Всем удачи, всем пока!